Нет, у меня сейчас есть. Я деньги снял. У меня. Когда ты снял? Я 40 снял и 10. Она 2-3 доллара? Да. 4. Мама, я 4 доллара. Я 4 положил, по-моему. 3 положил. 4 я положил. И ключ переложили. Я, знаешь, я в этой секции положил, а она переложила его туда. Она, видно, увидела ключ там это. Ну, ключ-то что я прячу. Куда она переложила? Рядом, в другую дырку. Тебе показалось? Мне не показалось. Я сейф не проверял, знаешь, кошелек надо проверить. Надо считать. Иди. Я взял майк. Иди копай, я иду снимать. Иди копай. Вперед. Ну ты уже сходил в туалет? Или ты еще побежишь? Сбоку отрываешь, трубочку вставишь тут. Ну, он для стакана сделан, я не знаю, через трубочку получится или нет. В стакан вливаешь. Разминай сначала, перед тем, как открыть. Взбей его. Копай, копай, я снимаю. Я снимаю, копай. Копай. Хорошо, копай. Давай копай. Давай копай. А? Ну хорошо, это somebody else? Yeah. Ну окей, иди, иди копай. Алекс, иди копай, я снимаю. Don't... Вперед. Вперед. Алекс, где ты копаешь? Иди копай inside. Кто-то рисовал, играет, сделал как Square, чтобы play game. Да, I see. Yeah. Да, я вижу.
Копай. Копай, копай. Копай. Иди маме отнеси сразу. Ну, здрасте. Сюда не сыпь, сыпь туда. Ну, кто так делает? Алекс, перестань. Thank you.
Ну ничего, потом построим. So you can see better. Why? Hi, I'm Bill O'Reilly. Thanks for watching us tonight. Another insult by Pakistan. That is the subject of this evening's Talking Points memo. Incredibly, the Pakistani government has arrested 5 individuals who apparently helped America find bin Laden. If that isn't a slap in the face, nothing is. As you may know, since 9/11, the USA has given Pakistan about $20 billion a day. And all we ask that country to do, all we ask, is that they cooperate and not be. Которые лежат у меня на тумбочке в моей спальне. Чистые или красные? Ну что, ты уверен в этом? Да. Уверен. А ты уверена? Ты что, голову ударил? Ты ударила мне. Больше витамина не пьешь. Ты мне ударила в голову. Апа. Что ты занимаешься? А? Апа. Отойди от телевизора. Бэкап. Да. А вы катаетесь здесь, да? Почем мороженое? А вот эти цены есть, да? Угу. Давай, бери себе еще что-то тоже. Какой? С какого города? Мы из Владимира. Угу. Подрабатываете, да? Да? Временно, да? Да. Угу. Открыть? Нет. Хорошо, давай. Спасибо. До свидания. Вперед, keep going. Ну что, ты уже happy? Вперед. Ice cream. Он тут 15 минут стоял, пару часов. Он уже бесплатно хотел дать? Он пришел, он говорил, вот с ними, сказал, Алекс, он Да, ничего. Да, ну что, зачем? Вперед. Ну не пыли, песок же попадет. Тоже русский ездит. Он им бесплатно хотел дать, я как раз подошел. Мама! А? Ну правильно, я же заплатил. Нет, он работает на кого-то. Тоже контракт, приехал на месяц в 6. Ну-ка, непонятно. Сядь сюда на мамино место. А
тобой дальше на это. Сядь, мама, сядь. Жанна, мы пойдем, да? Да. Куда? В море. Они же жрут, наверное, с мороженым. Ну, как они поедят? Вот стоит там, на... Кто, Алекс? Да. Я ушел. А? Time, да, ну они different ones, Лера, не только этот. Там different company. С волна будет больше. Кому? Ты дурной, ты меня позорил. А? Да, что тебя убрал? Я не толстый, посмотри на себя костлявый. Взяла. Как раз вот будет тебе на завтра. А нет, здесь много на завтра. Я по $3. Тут... Маме красиво, а ты на тебе? Ну а как, что, я же не мазалась еще. Мелкий на букву на собаку. Что? Тебе refrigerated? Алекс, смотри, что Лера поймал. Просто поставил и сразу. Смотри, что он поймал. Кольца. Кольца? Так, come closer. Кольца, а куда ты? Кольца. С жабрами. Не, вот здесь. Да, открывает. Огромный, да? Первый раз уже поймал. А вместо 5 штук вот здесь сразу. Бросай. Почему я не могу поймать? А виста сразу 5 давай штук. Давай папу возьму. Эти самые, как они? По низом. У нее вот здесь колется. И по низу. И под низом, да. Видишь шарф? По бокам нет. Опа. Какая глупая рыба. Смотри за ней, потому что она будет бегать на хай-спид. Куда она убежала? А, вон она. А то, что я постоянно приезжу, я не могу попасть. Почему тут 10 times harder, than Avista? Avista поставил и все. Дно другое немножко. Баром. The ground is different. Что? Сюда сразу иду. Где она? Да, ну кормить надо. Креветки, да. Есть специальная драйфуд. Побежал, да? Попробуй еще. So fast. So fast and big, small baby and
We give him a name, Nemo. Nemo. Captain Nemo. Captain Nemo. Ага. He leave his home, mom. Мы Лере скажем, чтобы он его отпустил. Иначе вода уйдет. Вода уйдет, он должен туда идти. Ну, папа. Алекс, если мы его не отпустим, здесь вода dry up, и он die. Понял? Dying. Да, вода уйдет отсюда. The water is gonna go down. He's gonna need to swim. Ты понимаешь? No grab it. No grab it. No. He's too fast anyway. He's very fast. He scare you. He scare me. He scare of me. Hate you. They hate you. Papa. Oh yeah. Да. А где она? А. Нимо, да. Spot. Big one? Does that JC Logistics? You got a big one? It's too small. It's not bigger than this one. Whoa. I'm good. Well, that's a bush boy. I just grab a shovel and dig a little bit here. Go grab a shovel, Alex. Oh, I know where. Papa, I'm going to go for my car. Why, you afraid you're gonna lose it? Yeah. Not there! This is wrong here! Видишь, имя дал рыбе. Я ему сказал, вот спросил, как зовут, я говорю, Кэптон Нимо. Ну, Мимо, Руби. Но мы ему название дали, Нимо, как в мультике. Down, you gotta dig it then. As you like your cars, they swim around it. Oh. Hey. Huh? Thank you.
Лера, выгрузишь их там, окей? Выбросишь их там.